Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня мы прогуляемся немножечко в магазин. Я так забежала в пару магазинчиков и кое-какие находки вам покажу. Вот в Хаунтем я была вот так одета, потому что на улице очень жарко. У нас все лето такое жарко и хочется что-то без рукавов. И посмотрите, какой замечательный, можно сказать, пиджак я откопала. Это Леон. Он уцененный. Мне он был не нужен, поэтому я не взяла, но для вас я померяю. И вот если кому-то нужно, пойдите, возьмите. Во-первых, цвет симпатичный очень. Во-вторых, сидит он тоже неплохо. Я просто хочу другой, поэтому я примерила этот, но нет. Немножко он мне не подходит. А так, сам по себе он замечательный. Очень хороший лен такой. На подкладке все хорошо сделано. Ну, не с этими штанами. И вот посмотрите, какое платьице тоже на сейле я нашла. Очень симпатичное. Это синтетика, по-моему, я не помню, или какая-то смесь. Но как платьице очень даже и симпатичное. Я терпеть не могу вот эти раздевалки, здесь переодевалки в Хаунтем. Невозможно никуда отойти и показать нормально в полный рост. И посмотрите, какую замечательную футболочку я нашла. Причем она была одна, XL, по-моему. И я, не раздумывая, ее взяла за 2 евро, за 3 или за 2 евро, я уже не помню. Она просто прекрасна. И я заскочила напротив магазина, это уже был другой день, вот так вот тоже я была легко одета, потому что очень и очень жарко, как уже говорилось. Это платье я вспомнила, где я купила его в Кики, какая-то была распродажа, и совершенно случайно на него наткнулась, оно прекрасно. Это тоненькая-тоненькая вискоза. И вот такое замечательное пальто я нашла в Фэмили. Это просто очень-очень красивое пальто формы, которую я обожаю. Оно было, правда, размера не моего. В единственном экземпляре стоило оно 80 евро. Половина хлопок, половина лен. Очень легкое пальто, хотя написано, что это куртка, но это явное пальто, конечно. Я его не взяла, но вот советую вам, кому нравится, зайдите, померьте. Пальто просто замечательное. Очень-очень классное. А так, вот эти очки я тоже взяла в Фэмили. Я искала себе очки для чтения, мои сломались. И вот такие симпатичненькие я нашла. А самое главное, что они очень и очень удобные. А моя дочка принесла из Бижу Бриджит огромного размера вот такое кольцо с жуком. Конечно, оно не для всех, но я его носила, оно удобное, и буду его носить. По ходу пьесы снимаю вам фрагменты нашего города, церковь. Так что вот в парке фонтан работает и никого нет, это утро, но тем не менее у нас с утра очень часто уже 29-30 градусов, поэтому так быстренько надо возвращаться домой. Но несмотря на то, что здесь я уже возвращаюсь домой, вы не переключайтесь, мы с вами поедем дальше, и вы посмотрите Кёльн с высоты птичьего полета. И вот мы уже перемещаемся в Кёльн. А здесь находится здание известного телевизионного канала. Это здание огромное. Вот сейчас мы пойдем вот туда, вот наверх. 28 этажей написано.
И вот Кёльнский собор во всей красе с высоты птичьего полета. А вот на Рейне справа, где колесо обозрения, это шоколадный музей. В общем, вы можете посидеть здесь на полу или на подоконнике, посмотреть вокруг. Сверху очень хорошо видно, что где находится, и можно наметить план дальнейших прогулок или отдохнуть от прогулок, которые вы уже совершили, потому что, например, по жаре хочется сделать паузу, где-то посидеть, либо в ресторане, либо в парке, либо вот так вот наверху. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. С вами была Наташа. До новых встреч. Пока!